тайно проникли. Привет. Здорово. Могу знать. Никогда на мой. Сова зашел в РК злой Евген. Хорошо, ебать, я надеюсь, вы никто не будете лагать, вылетать. Сосать. Вроде неплохой рейд, короче. Вешки такие вот. Где шкаф еще раз, пожалуйста. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Как веселочка АФК. Всех остальных сумоним. Войт, останься в танке на ребро. В 2 БДК затанчим. Че, у вас нету протопала? Ну, он АФК ушел. Хочешь, можешь протопалом зайти. У меня протоварен. Пала нет. У нас есть что, есть Хризи, протовар. Он же сказал, у него PvP спек. Там до пизды, блядь. Ебать. Бога зарак хочет просто сберить. И МК. Растрадамус, ты здесь? Спасибо за почту. Так что, в АДК быть? Он потанчит Хризи пока, не? Да будь в танке, зачем в Хризи будет танчить, если ты можешь в танке? И вдруг его убьет, блядь. Ну пусть будет в танке, тогда будет в АДК. 10 раз уже спек сменил, сука. Ну ману вам резать не надо. Напишите в РК, кто что бафает. Ой, кто что ролит. Давайте, а кто лаглы каски всем, розовые латы кулаки и кал кресты всем раздает. Хант Фрострадамус, ты здесь? Потом зайдет в РК и скажет, пидор, блять, взял в рейд и кикнул нахуй. Он присуманился. Пускай в РК сейчас будет. Ебать, 10 тысяч лет не играл за АДК. Ты можешь танка спектакнуться, я в АДК пойду. Нет. Ешьте рыбу. Кулак, розовый лат, это ВРК паладин. Это заебись танк, можно резко танчить.
для вот этого до пизды какой билд. Сейчас я посмотрю на тебя. Все основные таланты есть, блядь. Все, что надо. А глифы для ОТ вообще до пизды какие. Ретрик, розовый лат, ты здесь? Хуйня, это все огромное. Кулаки, пожалуйста, раздай рейду паладин. Все ждем. Да не флудите, блять, он только пришел. Хризи Филакс, ты заебал уже строчить в чат. Ребята, не злите меня сегодня, пожалуйста, у меня месячные. Зайдите за линию на всякий случай все. Поэтому кулаки, он за ВРК заходил. Здорово, ты что за ВРК заходил? Привет, прицел, у тебя есть протопаладин? А куда смотреть, я ногу? Ну, 25 Гц ЛК. Ну, до лича, лича что-то в прошлый раз прошибало. Да ты ж танчил уже лича, блядь, со мной. Да не лампу дайте, друиды, хандо. Давайте, чек на пол. Иди, короче, палом, наверное, сейчас, ну, если к леди не вернется наш, то возьму тебя палом, если хочешь. Каску по магам дайте, что вы каску сняли? Ждем 10 секунд. Маг, приста, Альпич. Почему, блядь, вот Хант Фрострадамус с волком 78 уровня, блядь? Это профит какой-то, что ли? Че, нельзя сразу 80-го волка пойти приручить? Грозовый, где там? Дум Нефлием, там есть два волка 80-го уровня сразу. Тест Альпич встает, короче, и... Начинаем. Все, Альпич, тут. Прицел, я вижу плюсики. Мы леди убьем, у нас ушел паладин просто АФК. Если он не успеет к леди вернуться, я возьму. Если не вернется, то сори. Аркон. Сорян, сорян, курьер приехал. Не вовремя. Все готовы? На пул, на я же люблю тебя. Все за спину к боссу, рост с пула. Я начинаю. Ну, человек с X5, что ли, вернулся? Твар, ОТ с волей танчит. Я хуй знает, у меня передамажи сейчас. Хант сзади на шипе. Присты, развернитесь, пожалуйста, там маги, убейте шип совы. Убегай направо, Вар. Убегай направо. Резифилакс, убегай направо. Беги, малышка, беги! Прист, Саншу, гимн на ХП. Второй прист, хил, гимн на ХП. Экси бил, 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 гингол. Все за спину к боссу. Быстрее, быстрее прижались. Шипы бьем. Господи, хильте, низкий уровень здоровья был. Давайте, добивайте быстрее, это сейчас вихрь будет. Крылья, нажмите там все. Здорово.
А кто осколки забирает? Никому осколки не нужны? Грустно. Наручи на мейн нужны кому? На олов. Ой, повезло. Блять, а что с ЕПГП делать? Джерри, ну у тебя нет никого повысить меня? Не. Кольцо без ГП. Что кольцо? Кольцо без ГП. Без ГП. Бля, топовое кольцо на кота без ГП. Пиздец, охуенно. Грудь без ГП. Первый знак. Посмотрите на свои руки. Вот такое, и это весь ненужный шмат. Начисли мне, сколько там. Я не знаю, мне нет аддона, 10% короче, за наруч. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. И спекайся в танк. Вижу. Чё? Это самое... Веселочка, ты тут? Бля, и пацану КД повесит. Что-то я тупанул его кикнуть, он в целка, оказывается, стоит. Присел ты здесь, друг? Андрей. Ну, хорошо. Давайте протопал справа танчит, все РДД справа, 2 ДК слева, все милики слева, только разбойник сидит на боссе все время. Ты же написал все. В смысле, к леди не побежал, а я вижу. Бейте трэш, пожалуйста, все самое главное, смотрите за духами. Ничего не надо на боссе делать, тупо духи появились. ДПС хватит, хила хватит, если вы будете живы. Бога ради, смотрите за дух. Там первый на пул на меня даем, все остальные на пулы на Войда. Поставьте столик, поставьте, пожалуйста, рыбу, к боссу не подходите. Каких мобов танчишь? Я ближайших к леди танчу, чтоб я мог поймать. Возле звездочки стоит рыба. Да, снимите, пожалуйста, дебаф защиты от тьмы, это помогает. Присты фирят, все совы, кот выходят, короче, из форм контролят. Ну, кот выходит, я имею в виду, а совы просто вихри кидают обязательно. Приоритет фурики, на втором месте ДК, потом ретрики, ханты, локи. ШП, маги уже потом. Камень. Давайте чек на пул. Да никому, господи. Кому дай? Дай его аркона дай. А Second Sox давай на злой Евген. А Ктулгалы, Ретри Паладин, ты здесь? Все готовы? На счет три начинаем. Один, два, начали уже. Спасибо большое, говнюки. Это место станет вашей могилой. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Здорово. Слева здорово, РДД справа сильнее трэш. Все РДД справа бьют. Все здорово, босса. Ловите Димася, кота ловите в контроль обязательно. Димася в контроль. А нахуя вы Хазарака? Хазарака не убейте, вы что, дебилы? Своих не бейте, пожалуйста, ретрики. Диспрессись, наверное. Своих не любит. Трэш выше. Все в трэш играем. Тут сова какая-то бьет трэш слева. Какая-то сова лево от права не отличает, или что? Трэш слева бьем. Контроль, Виталий Кун. Фурика, контроль, Виталий Кун. Хорошо. Не убивайте, пожалуйста, своих. Вот он сейчас выйдет из вихря, вы его добьете. Хант какой-то настрелял в него. Диспел жабу с него. Будем стопать ДПС. По моей команде стопаем ДПС. Стоп, ДД, бьем трэш. Все. Добиваем мобов, потом босса. Переводим леди. Контроль. Я в контроле на Войда на пул. Контроль фуриков на пул на Войда. Войд, лови босса. Первый на пул на Войд Фрозена. Иннеры, пожалуйста, шаману на Оумейр. Эш бьем. Все остальные на пулы, на я же люблю тебя. Да что ты их, зачем ты его так водишь в силе? К трэшу мы всегда водим. Духи, смотрим, духи. А Актул голы контроль, всех троих контроль. Этрипал бьет в миллизоне, короче, ребята. Никто не дал никакого вихря ему. Дали ему. Кот, поднимай Саншу. Кот Димась поднимает приста Саншу. Пятая группа. Духи, смотрим, духи, духи в центре. Присту какие-то бафы дайте поверхностные. И ману ему сразу кот залей. А пулы на Войд Кнайта это. Смотрим, духи появились. Контроль Аркона. Аркона и Димась контроль. Присты кота зафирьте, пожалуйста. Стан, паладины, стан можно дать. Духи появились возле леди прямо. Здорово. Трэш бьем аккуратненько и смотрим духи. Ой. Контроль Вара, Виталий Кун контроль, сову контроль. Духи, духи в толпу летят. Пулына, я же люблю тебя и добиваем босс. Дайте рост, рост. Потом сурка не спешите запускать, иначе будет КД на Геру. Минуту перед сурком надо будет постоять. Без меня никто не запускает сурка, я буду запускать. Ресните мага, ресните вара, бафы вару, магу и присту. Заебись, лут раздал. Короче, танчите,
Так, я быстренько попищу и приду, потом спекнешь с собой. Первый раз за, наверное, 3 года катаю с 2 ппс. Жопа, пацана. Я не знаю, как вы так катаете, кто говорит, что так катает, это жесть. Это все на минималках. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Надо убить трэш. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к сдохнуть. Пехота молота. Эти все ранцы, пожалуйста, никто в АФК не уходит. Чё, у нас бой висит. Пошли назад. Назад пошли. Хоть из-за чего это все хорошо? Из-за того, что вы дракона вводите по текстам. Меня слышно, ВРК? Да. Совсем спал бой? Алло. Алло. Давайте в пушки-то гетеросексуалы садитесь. Все ранцы берите, пожалуйста. Чек на пол. Веселочка, ты тут? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... Все готовы. ...битьца со смертельным врагом Лактар-Агар! Сука, глубанный пес. Летаем! Не сейчас. Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите на лицо Фанга! Thank you.
Сейчас ты умрешь. Перелетайте. Я бы почти за одного мага убили. Я вами сейчас гордиться буду, если вы вдруг добьете. Попробуйте, разрядитесь все. Костика. Чуть-чуть не срослось. Почти за одного мага в дереве убили, красавцы. Не стреляйте пушки, пожалуйста, дайте всем долететь. Иначе будем ждать всех. Бля, куда ты, кот, перед мордой подходишь? Давайте, добиваем. Не запускаем, Сурка, ждем. Рульте кольцо. Пишите бафы, кому чего не хватает. Так, second socks. Ханты надо? Да походу я один только как надо. Можно запускать там уже полтора минуты. Да сейчас чекнем, ворохнут. Дайте рыбу, проверьте бафы, короче. Кому что не хватает, напишите. Глазки выпейте. Кальк, ты здесь? Кальк. Да. Виталий Кун, плюс они, если все в порядке, и ты готов. Нет, не все в порядке. Сейчас у меня все загрузится тут. Давай, я запустил, еще будет минуту, там он полторы минуты. Крест базарит. Обновите шаманом. Крест шаманом обновите. Я начинаю, я забираю двух мобов справа, вот здесь и вот здесь. А ты трех слева, вот этого и вот этих двух передних забираешь, паладин. ШП, совы, маги, у вас плюс к ДПСу, если вы бьете трэш. Совы вообще в приоритете. Милики все тоже бьем трэш. Ханты, коты, роги там по усмотрению и локи. Но лучше старайтесь, короче, все бить трэш. Ключ победы на этом боссе это... Нет, не хватит, трэнджа будет много меток, давайте бить. Где всегда. Возле звездочки в центре рыба стоит, кому нужно. Чем это значит сердце Дренора? Я бы не нахул на тебя? Книжником забрать. Да, на ДК. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня... Я исполню это. 20 секунд до пула. Жалкий старик. Ну что ж,
Как-то скучно стали, ребятки. 10 секунд. Наберите рейндж друг от друга. Милики там чаржнутся, все вары, я смотрю, в центре стоят. 5 секунд. 2 секунды, бьем фласки. Пул. Просто. Подвиньтесь, мешайтесь. Трэш 10 секунд. Три секунды трэш. Забыл про истерию, короче, кинул 5 секунд назад. Трэш 10 секунд. Три секунды трэш. Шаман один завис, держим танков, хорошо. Забери босса, если он не на тебе. Давай сакру по рейду. Он красава. От маэстро тоже молодец. Мы похороним тебя, защитник король, в Награнде, рядом с матерью и предками. Пояс надо кому-то. Стойте здесь, я там веселочка побежал уже. Центр идемся.
Следи, кольцо танковское не падало. А с кого еще кольцо падает? С Вальки? Да, там кто-то с доктора врача в чате плюсует. Джерри, ну а кто к нему доступ имеет? Псих имеет? А, ну да, псих имеет. Да, но там еще кто-то имеет. Кто-кто? Еще кто-то имеет. Спрашивал недавно. В чате видит. Потом не Леша играет, какой-то другой тип. Псих туда часто не заходил. Да, если он уже не играет. Он когда заходит, он пишет всегда. У него тоже раньше херово играл, а потом что-то научился так хилить, начал заебись и ретриком дамажить. У него майн был охотник вроде, не? Ну, у него одинаковые они были, спорти был хант и вот друид этот, доктор-врач. Какой-то Сауроныч. Кто это такой? Сауроныч, это нокдаун. Ну вот он и играет, короче, пишется. Ну, я пишу, кто здесь, он говорит Саурон. Тут недавно бакла был в сети. Да, представил, говорю, что он там перса с адепта вывел куда-то. Перса с адепта? А, да, он же тут вроде с Олегом там посрался, куда-то ливнул отсюда, или он есть тут в гильдии? Есть, снимал прям. Кроме... Да вроде снимал. Пак точно есть. Здесь я ловушку сейчас активирую слева. Стойте тут, пожалуйста, не бегите туда направо. Блин, не знаю, какую активировали, левую или правую. Две активировали. Ну их, хорошо. Левую собаку, говорю, правую не трогайте. Забирай, пожалуйста, 8 стаков. Забирай, пожалуйста, 10 стаков. Господи, не дай мне он хильки мне. Пошлите направо все. Помогите, пожалуйста, здесь возможность. Сейчас собаку добьем. Забери нам не 10 стак. Встаньте кучнее под собаку, чтобы зомби вас не убивали возле нее. Это же нелогично.
Ленточка упала. Девяносто два Зилон. Правильно, никого ж больше нет. Войт, передай ленточку на тебя добычи. Сумоним лока на рейнже. Два ШП, две совы, два лока, два ханта. Магии на подстраховке. СС, пожалуйста, совам раздайте, как на леди говорил. Бафы проверяйте, пишите, чем кому не хватает. Каску паладины на магов. Еще раз, все РДД, кроме магов, это рейндж. Чек на пол. Ничего не диспелим, все стараемся захилить. Все готовы, я начинаю. Рост. Баблы, коши, глыбы используем. Маленьких слизней трейды, естественно, отворачиваем там, кто на рейндже со слизнями. Захиливайте лока, пожалуйста. Бабл протопал. Вижу, когда я у тебя. Ну ладно. Большое время. Здорово. Молодцы. Друид, сова, вот он. Короче, он предупреждал, он порол, это пук. Он на кота ролит. Единственный пук, поэтому ему отдавать. Ваш ролик. Давайте одну спору к звездочке, одну кромбик. Ты на какой спек рулишь? На ДД, это мне как на мейн идет. Дайте шкаф. А, я, может, в РК не написал, короче, но я на мейн. Канал. Не сейчас.
Маги ШП тоже споры носим обязательно, если на вас будет. Чек на пол. Все готовы на счет три. Раз, два, три. Дайте на пул, пожалуйста, а то руник на КД. Два шамана блюют, хилим. Лок, маг. Три кнопки, неси споры, пожалуйста. Метка. Спасибо. Шаманы держим танков, присты там не особо вам в этом помогают. Челочка, уноси спору к метке. Иглики, смотрите на мне метка, я в центре стою, ближе подойдите. Господи, что так пробивает-то, блядь? Забирай. Хилим протопала. Все, ничего не наносим, добиваем, танков держим. Танка. Не надо споры носить, кот, я же сказал, ничего не носим. Босса бьем. Здорово. Спекайся, Димась. Дерево, блядь. У тебя ж дерево второй спек. Спекайся в дерево, пожалуйста. Рульч. О, блин. Ну ладно, не буду. Джерри, он двадцаху дал, красава. Просто шо демон. Да. Что ж он? Поезд надо кому-то? Ну, ребутай, поднимись на ивенты, ребутай, пожалуйста. Только давай скорее. Давайте без квеста, потом сдадите. Идите сюда, все ивент пройдем, потом после профа сдадите. Убойник Рольч. Он будет как заоф, типа. Бесплатно. Хилите хилы, там один хил оффается.
спасибо. Килиш, ты же ребут отешь шов интернет. Какой вот ты нам на ивенте, если мы тебя сейчас ждать будем стоять? Это шоу с Азаматом Мусагалиевым, где логика? Давайте, минута перерыва, только не больше. Долго не задерживайтесь, пожалуйста. Так, шаман тут, чек на пулку, разворачивайте варкрафт, порнопу сворачивайте. Друид Димас, перисталь. Димас, твоя главная задача — поддерживать на кукле омоложение и буйный. Чтобы у него копилась срага. Все готовы? Еще раз топать не будем, хотаем куклу. Ешьте рыбу, пока возле звездочки рыбы. Нету рыбы. Возьмите стол магов и ешьте его. Друид жизнецвет не нужен. Омоложение и буйный рост. И дай омоложению спадать, не надо его обновлять. Восстановление тоже не нужно. Давай спадать ход там, не обновляй их, пока они еще тикают. Пипета, уберите оттуда. Буйный рост обновляй, пожалуйста. Хули его не висит на нем. Бля, это какой-то медленный дроид. Пусть он под куклу станет. Хазарак уже по мане садится. Аргона, залей Хазараку ман.
Давайте, милики, подходим к боссу, чек на пол. Ничего не стопаем, фулл ДД в босса. Ничего не стопаем, фулл ДД. Блять, нахуй вы пулите, вы что, ауты ебаные? Стоим возле стола, слушай, выходим только и все. Больше дамаги, быстрее, горгульи, крылья, все прожимает. Second Socks на зеленого проклятия красноязычия, а Клота на красного. Все к столу прижались. Все быстро к столу прижались, кроме Лока и Магов. Бьем слизней по дебафам. Все в слизней. В слизней поехали. Хилим мир. Зарак выкинул из игры. Заходи быстрее назад, господи. С руля гимн на ману. На хп, на хп. Какая нахуй мана. Зеленого сбегаемся. Сбегаемся в цели зеленого. Красный смена, приготовили боб, ретрики. Боб. Боб на цели. Остановись, боб висит, остановись, пожалуйста, прист. Пельмени смотрим. Хазарак, ты заходишь? Я в игре, но без хилбот. Смотрим красный слизень. Обернулись, все красного РД добьем. Нет, там маны, читай гимн, призывай поганич. Беги от слизни. От зеленого к стене не прижались. Все к профу идем. Тене. Все в зеленого. Мне выркачивается. Да. Может, стопнем? Уже перевели допер. Понимаете физику, если меня слышно? Понимаете, ха? Дардру, поднимай физику. Тут не надо. Тут вайп. Нету вайпа. Дардру, физику. Злой друид Виталий Куна, Аркона с рулю поднимай. А красный, блядь, падайте. Не лезайте, не тратьте БР. Не тратьте БР. Пиздец. Что там? Два зеленых вышло, да? Угу. Дай
хуй с ними. Я просто не видел, ну как бы реально висел, не слышал ни вас, ничего не происходило. 2484 пинг сейчас. Че, поиграть? Да я, может, отлагаю. В смысле, я не отлагал, вроде как. Мне нормально слышите? Че ты говоришь? Сколько у Пупера ПР? Можешь посмотреть? А то мне на новых нет аддонов никаких. Так. Один ПР. Один? Ну да. Ты ролит пояс с профа выше 1 ПВ. Лолы, ебать. Нахуя тебе этот пояс? Да там... Там ПВПшные варки, по мне не хватает 3% крита. А, ну типа, если бы я был бы человеком, я бы забил, а так он тролль, и мне нужно компенсировать критом недостачу арпа и триньки, которой нет. Ну, второй. Давайте еще раз проверю. Это ролит пояс с профа выше 1 ПР. Алло, меня слышно? Слышно. Вы убили профа? Нет. Я завис, только развис. Смотри, сколько ухо приста, блядь, от хила, нихуя себе. Я тоже завис, у меня интернет полностью отключился. Хули прис, еба. Да просто Хазарак вылетел же, я так понял. Да Хазарак говорит же, да? Да, да. Ебать, у друида буйный рост больше, чем омоложение нахилил. Димас, ты каким аддоном пользуешься, когда хилишь? Ты просто так, блядь, кого видишь, на того и кидаешь хилы. Ясно, ебать, большое спасибо вам за гильди. Сейчас я шнур найду от модема, протяну к компу. Скачай, Димас, аддон или хилбот, или грит там какой-нибудь когда-нибудь. Это тебе поможет реально. У тебя в два раза хпс вырастет. Просто ДЦ у меня в... В хиле без абсорба, блядь. ДЦ нахилил больше, чем... Это без абсорба, это просто хпс. Кальк, ты здесь? Нет, меня выкинул, походу. Все остальные отлагали? Давайте фулбафы, сейчас меня лучше слышно.
Да, хорошо слышно. Ну, тебя периодически просто начинают заикаться. Ну, падает пин, короче, уже 2300, сейчас все нормально. Если я заикаться начну, там Войда слушать. Войд, Дайрелит. Давай, может, блядь, спеками поменяемся, чтобы вдруг я вылечу, я не вайпнул никого, слышишь, Славик? Славик, Вячеславик. Алло. Алло, она даст. Войд. Сибирский хо-йоид. Я не выкидывал, я просто завис весь. Я стоял, не водить не мог, нихуя. Я не видел, что у вас происходит. Просто считайте, как будто меня не было. Как будто в АФК ушел. Войд, ты тут, Войд? Сука, черт, АФК. Давайте пока на пидора рольнем. Кидайте ролл. У кого меньше всего, тот пидор. Ох, 70, господи, спасибо. 35 у физи. 30 у калька. Кальк, извини. Все было нормально до того, как мы не ролили. О, все, у меня пин. Сейчас все будет нормально. Войд, ты